Жители Филиппин расчищают дороги от мусора, восстанавливают электричество и ремонтируют дома после того, как по стране пронесся тайфун. Его название Рамасун переводится как «бог грома». Стихия забрала жизни 38 человек. В основном это те, кто не успел укрыться в помещениях и погиб под поваленными деревьями или летящими обломками. По меньшей мере 8 человек числятся пропавшими без вести. Ураганный ветер уничтожил около 7 тысяч домов и повредил еще 19 тысяч. Более полумиллиона человек были вынуждены пережидать тайфун в эвакуационных центрах. Основной удар пришелся на главный остров Лусон. Там было повалено много деревьев и разорваны линии электропередач. Скорость ветра достигала 185 км в час. Мы всегда готовимся к тайфунам, но проблема в том, что это природное бедствие. И вот что произошло. Повреждены электрощиты и дома. Многие магазины были вынуждены закрыться, а местные жители выстроились в очереди, чтобы зарядить свои мобильные телефоны. Остров Лусон является самым густонаселенным районом Филиппин. Там проживает более 17 миллионов человек. Каждый год на Филиппины обрушивается около 20 тайфунов, в основном в сезон дождей с июня по октябрь.